Какие существуют правила подбора поляризационных очков? Ну и очков как таковых вообще. Значит, первое – это удобство посадки на лице. Если оправа вам слегка давит, то поверьте, что через некоторое время эти очки вам придется выбросить, потому что головные боли вам будут обеспечены. Второе, что касается самой поляризации. Значит, линзы существуют как стекло, так и поликарбонат, пластик. Поликарбонат – это современный материал, достаточно легкий и в то же время достаточно прочный. Стекло – это как бы классика, но оно относительно тяжелое. И, соответственно, существует цвет линз. Очень темный и даже с напылением для очень яркой солнечной погоды, когда идет очень сильное отражение от воды. Вот. И существуют линзы более светлые, с таким же эффектом, с качественным эффектом поляризации, вот, ну, для, скажем, пасмурной погоды, для лесных речек, когда у вас постоянно меняется фон. То светло, то темно.